Во-первых, поздравляем тебя с дебютом, Матвей. Спасибо. Ожидал, что сегодня это случится? Ну, в любом случае, я готовился к игре, но как бы немножко неожиданно для меня это стало, потому что я, ну, по мне подготовка уже достаточно важный матч, и мне очень приятно и важно, что мне доверили сегодня игровое время, и это мой дебют, что еще можно сказать. Что говорил Гюнтер Ставыч перед тем, как ты вышел? Он говорил, что спокойно играй, как ты умеешь, и все, не переживать. В принципе, это все. Вот, сделал ты шаг на поле, сильно волновался, честно? Ну, если честно, нет. Я был уверен, что все пройдет хорошо, потому что я готовился, и я уже говорил в интервью, что для меня задача – это готовиться к матчу, как будто буду играть я, поэтому так буду продолжать дальше, что если я вдруг понадоблюсь, я буду к этому готов. Вратарей 4, место на Евро 3. Насколько волнительно было тренироваться и ждать итоговую заявку вообще? Не давило это? Не особо давило, потому что у нас очень хороший коллектив собрался. И я думаю, что нельзя кого-то одного выделить по тренировочному процессу. Все мои товарищи достойны. И в любом случае, кому-то эта участь выпадет, но, если честно, я до сих пор даже не знаю эту итоговую заявку. Ты не попал в молодежный Евро за травм. Если пойдешь на взрослый, получится хорошая компенсация? Ну, конечно, мне было очень обидно, когда я получил травму. На самом деле, когда я получил травму, я думал, что я успею восстановиться до Евро. И я разговаривал с тренерским штабом, но мы приняли общее решение того, что нет смысла меня вызывать. Потому что я пропустил там три месяца, и я до сих пор только начинал выходить на поле, тренироваться, ловить мячи, поэтому это было невозможно. Естественно, я буду рад попасть на Евро. Если получится сыграть, еще будет лучше. И сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде. Ты первый футболист с именем Матвей, который сыграл на нашу сборную. Чувствуешь, что вошел в историю с этим фактом? Просто когда меня вызвали, ты подошел и сказал, я первый с именем Матвей, которого вызвали в сборную. Ну, все будет первый раз. Супер, поздравляю тебя, Матвей. Спасибо большое.